Всем привет! Вы на канале My Digital Seller. Меня зовут Владимир Терентьев. В этом видео я хочу ответить на вопрос, который мне часто задают люди перед покупкой с крипто-магазина цифровых товаров. Вопрос звучит так. Чем вы отличаетесь от ваших конкурентов? Начну с того, что в этой тематике я с 2011 года, и тогда ни одного конкурента просто не существовало. Эту тему, можно сказать, как голубой океан, я создал еще в тот 2011 год, когда узнал о площадке Digital Seller. И я решил подумать, как можно реализовать на этом скрипт магазина, нашел у них на странице API и на базе их API сделал свой первый скрипт магазина, который в принципе не планировал даже продавать, а делал его только для себя, для своего проекта, который хотел реализовать в тот момент. Но потом, когда мне начали писать люди, когда увидели мой готовый магазин, они как-то нашли меня, связались и решили заказывать у меня разработку под ключ и так далее. И с тех пор я уже сделал этот проект как готовое CMS-решение для того, чтобы делать магазины на базе цифровых товаров DigiSeller. И с того времени, уже, по-моему, года 3, как я являюсь партнером DigiSeller, вы можете зайти во вкладку «Магазин», API на сайте DigiSeller и найти там ярлык, точнее логотип моего сайта MyDigiSeller. И это говорит о том, что сам DigiSeller доверяет мне, и доверяет разработку магазинов цифровых товаров, рекомендует меня. Что я могу сказать о конкурентах? Вообще считаю, что конкуренция это очень хорошо, она позволяет развивать проекты, идти всегда в ногу со временем, и чтобы проект ваш не устаревал, чтобы моя система цифровых товаров не устаревала, а развивалась. Но сейчас конкуренты такие, которые просто пишут мне ВКонтакте и просят, чтобы я разработал для них какой-то скрипт, либо доработал их какой-то самописный, еле-еле работающий вариант, и просят, чтобы занялся разработкой за деньги, а потом они будут перепродавать своим клиентам, при этом они меня об этом не уведомили, а только благодаря тому, что я проявил бдительность, я посмотрел на их личную страницу, посмотрел, что они пытаются перепродавать подобные услуги, и, соответственно, если они обращаются ко мне за разработкой, то они не могут оказать качественных услуг своим клиентам. Также были случаи, когда от другого конкурента, которого так, если можно назвать, люди обращались ко мне и просили доработать этот скрипт. И также я понял, что там абсолютно нет ничего подобного по функционалу. То есть нет никакой автоматизации, все делается вручную, все товары заполняются, ничто не копируется с DigiSeller. Цены там буквально все нужно писать вручную. Также некоторые сайты делают вообще на DLE, что крайне не рекомендую, потому как зачастую эти скрипты DLE, Digital Life Engine, они идут лицензионные. Но, естественно, те, кто делает на них скрипт, они не покупают для каждого клиента лицензию, так как сама лицензия была бы дороже, чем этот скрипт. Значит, они пользуются крякнутыми, ломанными, пиратскими версиями вот этой системы DLE, что, соответственно, противоречит законодательству, что противоречит правилам пользования этой DLE-системы, управления сайтом, и в любой момент могут они подать на вас либо в суд, либо просто написать жалобу на хостинг и ваш сайт удалят. Мы используем систему WordPress. Она абсолютно бесплатная и не требует никакой лицензии. И используя систему WordPress, мы написали свой функционал, связали его с API DigiSeller и сделали полную автоматизацию. В зависимости от версии, которую можно выбрать на нашем сайте, на mydigiseller.ru, есть три версии. Например, это базовая, в которой есть определенный набор функций, которого в принципе хватает для того, чтобы быстро запустить свой магазин с хорошим функционалом, который позволит вам автоматически, например, вставлять информацию с DigiSeller на ваш сайт, получать постоянное обновление цены товара, изменять для SEO оптимизации описание товара, в том числе партнерских товаров, изменять картинки, добавлять видеоролики к этим товарам. Добавлять видеоролики можно только в VIP-версии, но в принципе можно докупить некоторые функции модулем. Даже, например, если вы взяли базовую версию, то можно купить модуль видео к товару и уже добавлять, соответственно, видеоролики. Сейчас уже подходит к концу доработка новой версии, которая сейчас еще на сайте не опубликована. Хотя, если вы смотрите это видео немного позже, чем я его выложил, то данная версия вполне может уже существует и есть на нашем сайте. Эта версия будет называться «Бизнес», и в ней мы сделали огромное количество новых функций, новый дизайн. Исходя из названия, можно понять, что оно сделано уже для серьезного бизнеса, и вы можете сделать очень классный магазин, который будет работать максимально быстро, позволять вам сделать тонкие настройки каждого товара. И мы собрали все пожелания, которые отправляли нам клиенты за год эксплуатации прошлой версии. Также на сайте MyDigiSeller, в группе ВКонтакте, которая есть,
Под этим видео ссылочка на нее. Есть все отзывы от клиентов, которые покупали у нас версию базовую, версию стандарт и версию VIP. И некоторые из них оставляли также видеоотзывы, которые есть на моем канале. Этим мы и отличаемся от наших конкурентов. Во-первых, мы разрабатываем качественный продукт и постоянно его обновляем. Во-вторых, мы все делаем своими руками и оказываем техническую поддержку, что не делает ни один из конкурентов. В-третьих, наш продукт имеет модульную систему, то есть можно выбрать, что из функций вам необходимо и докупить к одной или другой версии. И в-четвертых, это большое количество отзывов. И пятое, это гарантия. Я представляю этот продукт лицом, то есть я не скрываюсь, вы видите мои личные данные, я перед вами всегда выступаю публично. И гарантирую, что каждый скрипт, который мы установим, будет работать. И если какие у вас есть вопросы, вы всегда можете написать мне, я либо мой партнер будем оказывать вам техподдержку по вопросам, связанным с техническим состоянием скрипта. Если у вас есть какие-то дополнительные желания, то, соответственно, мы можем и оказать дополнительную разработку, но, соответственно, в зависимости от сложности, эти задачи будут оцениваться и стоить отдельных денег. Я надеюсь, что я ответил на вопрос, чем же мы отличаемся от конкурентов. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, пишите вопросы либо ваши предложения в комментариях. Рад вас видеть, если вы новый зритель. Если вы решаете купить или не купить наш скрипт, то, конечно же, покупайте, так как аналогов подобному нет. И данный скрипт сделает отличный рывок в вашем бизнесе и автоматизации всех ваших процессов в магазине цифровых товаров. Спасибо, что посмотрели. Пока!